Для участия в азиатских играх в Ханчжоу прибыли делегации из 45 стран мира. Участники и гости соревнований охотно делятся впечатлениями о мероприятии. Так, исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх высоко оценил церемонию открытия 19-х азиатских игр. «Церемония меня очень впечатлила. Я был на подобных мероприятиях ранее как спортсмен и как спортивный администратор. Уверяю, это одно из самых прекрасных событий, которое я когда-либо видел. Поэтому спешу поздравить всех с началом игр и желаю всего наилучшего». Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии также высоко оценил порядок и чистоту на церемонии открытия. Он отметил, что спортивным организаторам всего мира необходимо перенимать этот опыт. Другие официальные лица и спортсмены также с готовностью рассказали о своих впечатлениях и ожиданиях по поводу азиатских игр. «Очень важно видеть здесь все команды, например, Китай, Японию, Ирак, Саудовскую Аравию. Это прекрасные соревнования». «Я главный тренер сборной Пакистана по настольному теннису. На играх в Ханчжоу я наслаждаюсь каждой минутой. Это очень красивый город, красивая страна, красивые люди. Мы гордимся Китаем, который организовал это замечательное спортивное мероприятие». 19-е азиатские войдут в историю как первые игры после пандемии коронавируса. Когда позади такой сложный коллективный опыт, соревнования особенно важны для укрепления отношений между странами. Это отметил казахстанский оперный певец Артур Габдиев. «Это первая азиада, которая после пандемии, это первое большое событие после коронавируса. Все люди будут идти уже в стадионы, будут смотреть, лицезреть это не только с экранов, а вживую все будут смотреть. Я думаю, люди все заждались этого события, все ждали». Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября. За это время разыграют 480 комплектов медалей.